Первую игру сыграли вроде неплохо, бились. Вторую ужасно сыграли. Проиграли. В обороне просто провалы. Что сказать еще? А так вроде неплохо, а в обороне что-то не сыграли как надо, как тренера просили. Поэтому такой результат. Первый весь Челнань, ты набрал 3 очка, да, наверное, самый результативный матч для тебя в МХЛ. Как удалось так сыграть, за счет чего? Ну там заходило все, от игрока зашла, перелетела вратаря. Первую Пашу хорошо сыграл на пятаке, когда Кирилл отдал. Ну вроде неплохо сыграли. Че, еще больше нечего сказать. Ну вот потихонечку набирает команда ход. Вот сейчас как можешь оценить лучшее физическое состояние, если поиграл с Челнань? Физическое состояние, не сказать, чтобы хорошее, средненькое. Но будем работать, больше нечего нам делать. Нужно зарабатывать больше очков. Сейчас приезжает Ирбис, нужно выигрывать эти игры. Больше у нас вариантов нет. Спасибо за поздравления с победой, всех с праздником. Но тяжелые игры, то есть, естественно, соперник очень сильный для нас. То есть, ну, ребята молодцы, вчера много моментов в первом периоде не использовали. Ну, скажем так, сегодня молодцы, то есть, и настрой был совершенно другой, то есть, хотели взять очки у хорошей команды. Вот так вот. А по меркам чемпионата МХЛ в группе А, да, вот достаточно молодая команда у вас, а какие задачи ставят? Ну, как и у всех, наверное, для начала попасть в плей-офф. Вот, у нас, в принципе, много ребят местных, своих воспитанников. Вот, тяжело маленько, но мы работаем, как бы там, вы в курсе, наверное, у нас самостоятельный клуб. Вот, школа недавно работает. И если ребята приезжают, которые к нам, то, как говорится, они не прошли в своих клубах. То есть приезжают к нам доказать свою состоятельность. И наши ребята, которые местные воспитанники, стараются тоже куда-то там, например, попасть на заметку там клубом КХЛ. Там, да? Вот, и, соответственно, задача, естественно, это плей-офф постараться. Ну и чтобы ребята подготовились, может, кто-то в дальнейшем, чтобы играл дальше в более... в высшей лиге, в КХЛ, может, это. Это, знаете, сейчас вот опять к разговору о том, что это, наверное, молодежный хоккей. Выиграв первую игру вчера, ну, вроде бы, скажем так, ну, не особо напрягаясь, наверное, скажем так, вчера. То есть вчера что не бросок, то гол, что, как говорится, не бросок. Причем вчера, если, скажем так, мы из 7 голов 6 забили мусорных, так называемых, это когда прострел вдоль ворот, там в кого-то попало, залетело, то сегодня... То есть и вчера, сыграв такую легкую игру, в общем-то, сегодня ребята, видимо, посчитали, что и сегодня такое же продолжение той же игры будет. Хотя мы их предупреждали, что, ребят, вчерашняя игра и сегодняшняя – это разные совершенно вещи будут. Сегодня начало было хорошее, быстро гол забили. Ну, видимо, еще больше мы подумали, что сейчас-то точно мы их обыграем. Получается, что вместо того, чтобы ведь при счете 1-0 сколько моментов было забить, то есть... Но у нас пошла академия. Вместо того, чтобы брать и бросать, находясь перед вратарем, мы начали передачи искать. Один момент ушел стопроцентный, второй, третий. А потом стали шайбы залетать в наши ворота. И, к сожалению, опять к разговору, возвращаемся к разговору об игре наших защитников. Мы опять, уже который раз, я уже не знаю, как с ними бороться. То есть мы объясняем, говорим, показываем. Мы, к сожалению, опять на своем пятаке в этой игре были гостями, к сожалению. На своем пятачке защитники были гости. Соперник играл просто. Бросок на ворота, игрок накатывается, добивает гол. Я говорю, а мы, растранжировались кучу моментов, к сожалению, не смогли потом. И была возможность в третьем периоде, два раза играли 5-3. К сожалению, наши ведущие состав, скажем так, ничего разумного из этого 5-3 не извлек. А поставить кого-то остальных, нам, в общем, по большому счету, и некого поставить при игре 5-3. Ну, а вот эти, как говорится, растранжиренные моменты плюс расслабленность при игре у себя в обороне, вот они, сказались, привели к поражению сегодняшнего матча. Но, опять-таки, это, наверное, молодежный хоккей. Ну, вчерашний игрой довольны? Да как вам сказать? Счет, как говорится, удовлетворяет, но качество игры все равно. Но вот я говорю, начиная с Кристалла-Бердска у нас пропало почему-то какая-то сосредоточенность в игре в обороне, что ли. У нас в обороне мы начали играть
бей-беги, окружая ворот называется. То есть никакой строгости нет. От защитников просим жесткой игры в себя в зоне, они вальяжно прокатываются. На пятаке просим соперника убирать, чтобы они там не стояли. Мы стоим просто, смотрим, как соперник добивает. Нет, в этих двух играх игры просто, скажем так, качества игры не было. Желание, да, желание было там, как говорится, но, к сожалению, желание не переросло в качество.